Алексей Владимирович Тарасов, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, Институт профилактической медицины, профессор, доктор медицинских наук. Пожалуйста, вам слово. Эффективная и безопасная антиаритмическая терапия у коморбидных пациентов. Так, вы включаетесь, а я, соответственно, выключаюсь. Да, да. Добрый день. Спасибо, Андрей Павлович. Прежде всего, благодарен Павел за Андреевич. Возможность. Андрей Павлович, это... Павел Андреевич, да, извините. Прежде всего, спасибо за возможность выступить на вашем обществе. И у меня сегодня непростая тема. Это фибрилляция предсердий, как правильно выбрать антиаритмическую стратегию, и мы будем говорить о коморбидном пациенте. Я сразу хочу напомнить, что в 2017 году были разработаны национальные рекомендации по коморбидной патологии в клинической практике. В 2019 году был пересмотр именно наших российских клинических рекомендаций по коморбидной патологии. В общем-то, в журнале «Кардиоваскулярная терапия и профилактика» за 2019 год, номер один журнал, вот, вы можете эти рекомендации найти. Мы сегодня будем говорить о коморбидном патологии. Это считается непростой пациент, это пациент с состояниями, которые, в общем-то, создают нам, скажем так, отрицательные условия для эффективной терапии, ну и коморбидный пациент создает условия для всевозможных побочных и проаритмических так называемых эффектов. Дело в том, что любое нарушение ритма в 90, даже в 95% случаях это вторичное состояние. Дело в том, что под любым нарушением ритма мы должны понимать, что есть что-то первичное. И наша задача не просто воздействовать на нарушение ритма, а воздействовать как раз-таки на то первичное состояние, которое привело к данному нарушению ритма или проводимости сердца. И, в общем-то, абсолютно неоправданно назначать просто антиаритмическую терапию, не разобравшись с основным диагнозом, что привело к, ну, если мы говорим о фибрилляции предсердий. Я хочу показать наше исследование, которое мы закончили в 2016 году. Чем интересно исследование, мы решили посмотреть, а что скрывается под фибрилляцией предсердий у молодых пациентов, которые, в общем-то, не имеют никакой органической патологии сердца. И обращаю внимание, что пациенты в среднем 56 лет, это те пациенты, которые поступили к нам, ну, с такой достаточно агрессивной, симптомной, непрерывно рецидивирующей формы фибрилляции предсердий. И обращаю ваше внимание, что вроде бы у пациента нету причин на фибрилляцию предсердий, таких явных, да, то есть нету такой кардиомиопатии, нет сердечной недостаточности, клапанной патологии. Однако же в 80% случаев мы выявили гипертоническую болезнь. На сегодняшний день можно абсолютно сказать с уверенностью, что именно гипертоническая болезнь является основной патогенетической проблемой и условием или этиологической проблемой развития фибрилляции предсердий. На втором месте ожирение, и я об этом буду сегодня говорить. Так вот, я хочу затронуть вопрос первый, как нарушение ритма и прежде всего фибрилляция предсердий у пациентов с гипертонической болезнью. Почему именно гипертония создает условия для фибрилляции предсердий? Почему мы должны, это очень важно учитывать. Дело в том, что при гипертонической болезни возникает некая жесткость левого желудочка. Эта жесткость способствует образованию диастолической дисфункции, и левый желудочек, в общем-то, нарушает расслабление, тем самым перегружая давление в левом предсердии. Дело в том, что сейчас эта тема очень обсуждается, и перегрузка давлением левого предсердия – это ключевая, скажем так, ситуация, которая приводит к всем условиям фибрилляции предсердий. Срабатывает прежде всего ангиотензин 2, который и является неким таким запускающим механизмом медиатора воспаления, электрическим дисбалансом и, в свою очередь, дилатацию предсердий и, в свою очередь, фиброзом. Это все условия для эктопии, роторов и дальнейшем фибрилляции предсердий.
Это очень важно, понимание, потому что, конечно же, очень много исследований, в общем-то, изучали этот вопрос и показывали, да, что назначение ингибитора ПФ, назначение сартанов, безусловно, приводит однозначно к уменьшению пароксизма фибрилляции предсердий, но как-то вот никто не изучал, например, антиритмик плюс сартан. А на сегодняшний день это очень важное понимание, и начиная с 2012 года во всех рекомендательных документах по фибрилляции предсердий написана очень ключевая позиция, что именно применение препаратов, блокирующих ренино-ангиотензиновую систему, то есть ингибиторов АПФ, сартанов, считается основным принципом лечения больных с фибрилляцией предсердий, а не антиритмическая терапия. Дело в том, что есть такое понимание, что антиритмический препарат не оказывает никакого лечебного эффекта. Антиритмический препарат подавляет аритмию, а наша задача разгрузить давление в левом предсердии, повлиять на диастолу или повлиять на систолу левого желудочка. Тем самым мы только мы добьемся давления. И, в общем-то, вот та терапия, как мы раньше обсуждали, апстрим-терапия так называемая, на самом деле это никакая не апстрим-терапия, это и есть основная терапия пациентов с фибрилляцией предсердий. Следующий момент – ожирение. Треть пациентов с фибрилляцией предсердий имеют ожирение. И, в общем-то, я не буду подробно останавливаться на этиологических факторах и связи с фибрилляцией предсердий и ожирением, но я хочу показать, на мой взгляд, уникальное исследование, исследование Legacy, которое было представлено в 2014 году. В чем оно уникально? Взяли пациентов с фибрилляцией предсердий и с ожирением и, в общем-то, разделили их на две группы. Группа А, как вот показано на рисунке, в общем-то, не рекомендовали никаких антиритмиков, никаких абляций, никакого хирургического лечения. А группе Б было сделано абляция, назначены антиритмики и так далее. Но всем, и первой группе, и второй группе, порекомендовали похудеть. Так вот, самый парадокс, в чем был парадокс этого исследования и что важный вывод из этого исследования. Дело в том, что пациенты, которые не назначали никакую антиритмическую терапию, но которые похудели на 10% от изначальной массы тела, они имели меньше количество пароксизмов фибрилляции предсердий, нежели те пациенты, которые не похудели, но назначалась антиритмическая терапия и наша всевозможная хирургия. Вывод какой? Мотивация пациенту. Пока он не займется снижением массы тела, ваша антиритмическая терапия, либо там хирургическая терапия будет абсолютно неэффективна. Мотивируйте пациентов. Это нужно объяснять. Мы вот, например, не берем на катетерные методы лечения пациентов с индексом массы больше 34. Мотивируем пациента, чтобы он занимался собой. Если он может похудеть, тогда мы, в общем-то, беремся за то, чтобы его, в общем-то, привести ему лечение. Я сегодня буду делать также ссылки на очень важный, на мой взгляд, последний консенсусный документ по применению антиритмических препаратов. Это единственный документ, который в 2018 году был одобрен и предложен рядом таких профессиональных обществ, как Европейское общество кардиологов, аритмологов, Азиатское общество аритмологов, там, клинфармакологи и так далее, и так далее. То есть ряд больших известных профессиональных обществ приняли единый консенсусный документ по применению антиритмических препаратов. Также буду делать ссылку на европейские рекомендации 2020 года по ведению за пациентами с фибрилляцией предсердий. Ну и, безусловно, обязательно скажу о наших рекомендациях 2020 года, утвержденных Минздравом Российской Федерации по фибрилляции трепетания предсердия. Что есть едино в этих во всех рекомендательных документах? Прежде чем нам с вами начать лечение пациента с фибрилляцией предсердий и выбрать стратегию ритма контроля или стратегию частоты контроля, мы должны с вами принять три ключевые позиции. Первая позиция, какой бы ни был перед нами пациент, естественно, обсуждаем, нуждается он в антикоагулянтной терапии и не нуждается. Смотрим баллы по шкале час за вас. Следующая позиция, мы смотрим, симптомный пациент или несимптомный. Дело в том, что мы сейчас воздействуем на симптомы. Это очень важное понимание. И третья позиция, как я уже начал говорить, мы воздействуем на основное, либо сопутствующее заболевание. И не, пока мы с вами не скомпенсируем
там, сердечную недостаточность, нереваскуляризируем миокард, не добьемся целевого значения давления, цифр там ТТГ, наша терапия будет абсолютно, я имею в виду, антиритмическая, неэффективна. Поэтому мы должны сначала разобраться с тем заболеванием, которое привело к данному нарушению ритма. Что касаемо симптомов, уважаемые коллеги, я обращаю ваше внимание, в российских рекомендациях четко написано, что ритм-контроль, то есть восстановление ритма и борьба за синусовый ритм показана прежде всего для улучшения симптомов. Если у пациента нет симптомов, если у пациента не страдает гемодинамика, в принципе, мы не должны вмешиваться, мы должны заниматься стратегией чистоты контроля и должны заниматься антикоагулянтной терапией. Это очень важное такое понимание. Как выглядят европейские рекомендации по купирующей терапии? Я хочу показать, чем они отличаются от российских рекомендаций. Ну, прежде всего, в европейских рекомендациях какое отличие? Разделяют на редкие пароксизмы и на частые пароксизмы. Вы меня спросите, что такое редкие пароксизмы? Редкий пароксизм фибрилляции предсердия, если он случается 1-2 раза в год. Если у пациента 3 и более, это частые. Если 1-2 раза в год, надо научить пациента купировать эти приступы, работать с непосредственными триггерами, ну, не знаю, там, злоупотребление алкоголя, там, гипертония, стрессовые ситуации, там, ожирение и так далее. Но при восстановлении ритма не назначается антиритмическая терапия. Если у пациента 3 и более приступов в год, ну, понятно, что есть какие-то исключения, то в большинстве случаев, то есть 1-2 мы не назначаем, если 3 и более, мы обязаны назначить противорецидивную терапию. Если мы говорим о редких пароксизмах, либо вообще человек спрашивает, как купировать, конечно, таблетка в кармане, ну, уже, наверное, начиная с 2009 года, везде написано именно таблетка в кармане. Если у пациента нет значимой органической патологии сердца, мы должны научить пациента купировать пароксизмальную форму фибрилляции предсердия. Вот я показываю пример моего пациента, у которого как раз в этот момент стоял холтер, суточное мониторирование ЭКГ. У него поздно вечером случается пароксизм, мы видим резкий сразу подскок частоты сердечных сокращений. Пациент выпивает 600 мг пропафенона, причем одновременно сразу, хотя на сегодняшний день есть две схемы, либо 600 мг сразу, либо 300 мг, то есть две таблетки, и еще через час еще 300, ну в общей сложности 600, и в среднем 4-5 часов, вот как примерно здесь в данном случае, где-то 4,5 часа, мы видим восстановление ритма и благополучно, без всяких каких-то проблем. Это, в общем-то, очень значимо, и об этом тоже нужно говорить. Если мы обратимся к российским рекомендациям, касаемых фибрилляции предсердия, вот в чем плюс наших российских рекомендаций, то, что идет абсолютно правильное, это как раз-таки разделение на пароксизмальную форму и на персистирующую форму. Дело в том, что такое пароксизм? Это в основном эктопический механизм, это в основном реэнтри механизм. И это классические, это до 48 часов. Страдает гемодинамика и ИИД. Не страдает гемодинамика, можем выбрать фармакологическую кардиоверсию. И в данном случае мы смотрим, есть органика, нет органики. Амиодарон при органических заболеваниях сердца, первый класс при отсутствии органической патологии сердца. И как раз-таки также здесь написано, на первом месте стоит пропафенон внутривенный или таблетированный. Но в российских рекомендациях также есть еще прокаинамид, которого, в общем-то, мы уже в последнее время, ну, давно не используем. Персистирующие формы уже первый класс антиритмических препаратов не используется. Почему? Потому что здесь уже преобладает триггерная активация. Здесь уже мы не прервем вот эту триггерную сцепливающую активность. И в данном случае можно это прервать только двумя воздействиями. Это электрическая кардиоверсия или российский препарат рефролон, который, в общем-то, и создан для персистирующих форм, особенно длительно персистирующих форм. Амиодарон у пациентов, которые мерцают более 7 суток, эффективность будет крайне низкая. Это нужно не забывать, что амиодарон для пациентов с пароксизмальной формой. Эффективность амиодарона будет составлять в среднем порядка 20%, подчеркиваю, 20% у пациентов с персистирующей формой. И вот если мы посмотрим перевод
европейских рекомендаций. Обращаю ваше внимание, да, на вот эту низкую эффективность у амиодарона 44%. Почему? Потому что при персистах он работает 20%, при пароксизмальной форме он работает уже, может быть, и 80%. Если вы хотите быстро восстановить, то амиодарон здесь никак не подойдет. Среднее время восстановления амиодарона 8-12 часов. Не забывайте, пожалуйста. И потом, все-таки амиодарон для пациентов с органической патологией. Если вы хотите восстановить пациенту без органической патологии быстро, то, конечно, здесь либо инъекционный пропанорм, либо таблетированный пропанорм. Это очень важное понимание. Но опять же, таблетированный в среднем эффект 4-5 часов, да, и вот максимальный эффект, как и написано в европейских рекомендациях, до 78% за 8 часов, а внутривенный он до 80-89% до 3 часов. А пропофенон имеет такую, ну, самую настоящую, такой классический эффект первого С-класса. Имеет выраженную блокаду натриевых каналов. Я чуть позже объясню, это очень важное понимание. Но у пропофенона еще есть такой доказанный бета-блокирующий эффект. Я хочу показать наше исследование, многоцентровое российское исследование, которое мы вот закончили, наверное, в 2018-2019 году. Исследование было посвящено как раз-таки сравнению инъекционных форм пропанорма с амиодароном у пациентов, подчеркиваю, с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Вот города, регионы, которые участвовали. Ну, большой вкладчик это был Санкт-Петербург, Московская область. Ну, вот, наверное, больше всех дали пациента. Что, в общем-то, какие пациенты включались? Пациенты от 18 лет с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Учитывались обязательно вопросы антикоагулянтной терапии. Вот, и вводился внутривенный струйный пропанорм и сравнивался с внутривенным струйным амиодароном. Обязательно пациентов без органической патологии сердца, ну и которые не имели противопоказаний к данным препаратам. Что, собственно, хотели посмотреть? Время восстановления, эффективность этих препаратов, ну и какие-то побочные эффекты. И вот обратите внимание, в течение суток оценивалось время инъекционного амиодарона, сравнивались с инъекционным пропанормом, 79% восстановили на пропофеноне, 62% на амиодароне в течение 24 часов. Самая главная разница была во времени. 22 минуты средняя на пропофеноне. Действительно, вот мы вводим обычно пропофенон 2 мг на килограмм массы тела. Мы вводим 10-15 минут. Эффект вот не на игле возникает, но буквально вот первые 10-20 минут обычно возникает. Вот среднее время здесь было 22 минуты. На амиодароне 110 минут, что существенно отличало. Кстати, поэтому, в общем-то, амиодарон совсем не подходит для скорой помощи. Вот именно вот вопрос был задан еще по поводу скорой помощи. И как раз-таки в течение часа, да, восстановление на амиодароне всего-навсего было получено в 25% случаев, а вот на пропофеноне, пропанорме 65% получили восстановление. Еще раз хочу сказать, вот почему-то, вот я не знаю, пропанорм однозначно он уже по всем рекомендациям уже сместил прокаинамид, которым мы раньше работали. Нормальный препарат, абсолютно рабочий препарат, не надо это забывать. Мы должны его использовать в своей практике. Тем более, если мы хотим быстро и эффективно восстановить пароксизм фибрилляции предсердий. Еще раз напомню, 2 мг на килограмм массы тела мы вводим примерно 10-15 минут. Вы знаете, мы просто, почему я говорю примерно, потому что мы отрабатывали 10-15, и как-то вот именно даже на 15 минутах получали лучший, хороший, мягкий эффект. Я возвращаюсь к коморбидной патологии. Один из самых, наверное, обсуждаемых таких вопросов – это пациенты с гипертрофией левого желудочка. Вы знаете, я не буду перечислять все рекомендации, но обращаю ваше внимание, что, в общем-то, начиная с 2014 года ничего не изменилось. Больной с гипертрофией, более 1,4 межжелудочковая перегородка. Антикоагулянтная терапия, да. Купируем только амиодароном. Профилактика только амиодароном. И мы можем, в принципе, класс рекомендаций 2А сделать абляцию такому пациенту. Однако, обращаю ваше внимание, после одной процедуры абляции у пациента с гипертрофией левого желудочка эффективность составляет в среднем 30%.
Только после двух эта эффективность составляет где-то 52% в среднем. Мы раньше пациентов с гипертрофией вообще не брали на катетерное лечение. Но почему сейчас стали брать? Потому что у них выбора нету. Еще очень важный момент, у меня всегда задают вопрос, откуда взяли, почему 1,4, почему 1,8 там, или еще какой-то, да? Вот, я хочу сказать и напомнить, что в 2001 году, уже больше 20 лет назад, Американская ассоциация кардиологов приняла на своем очередном заседании, что вот давайте считать 1,4 более значимой для назначения вот антиаритмических препаратов. Однако, хочу вам напомнить, что, например, Канадское общество кардиологов, ряд европейских обществ кардиологов не согласились с этим. Почему именно 1,4? Вот, например, я показываю фрагмент рекомендаций 2010 года Канадского общества кардиологов, которые не согласны с выбранной стратегией. Я сейчас объясню, почему. Дело в том, что на сегодняшний день существует только одно исследование, и это исследование наблюдательно, не рандомизировано, однако же это исследование очень такое, на мой взгляд, приличное, прозрачное, честное, 13 лет наблюдения за пациентом, 13 лет, у которых, в общем-то, есть гипертрофия и фибрилляция предсердия. Самый парадокс, выживаемость пациентов на амиодароне была самая низкая, вот красным цветом здесь выделен амиодарон. А лучше всего показался первый С-класс, на втором месте соталол, но первый С-класс достойно показал, достоверно, в сравнении в группе плацебо и в группе, тем более, амиодарона. То есть мы говорим о том, что что-то мы не досматриваем. Что можно делать на сегодняшний день и почему тогда, почему нельзя первый С? Конечно, мы боимся фиброза. Вот, это самая ключевая позиция. Есть фиброз, мы можем нарваться на реентрию аритмию. Но почему первый С должен рассматриваться, если нет фиброза? Дело в том, что эктопический механизм, который начальной пароксизмальной формы, это как раз-таки новые деполяризации. А новая деполяризация – это основной ион натрия. А как раз-таки блокаторы натриевых, они не допускают новые деполяризации, то есть новые пароксизмы. Поэтому первый класс – один из обсуждаемых препаратов, в том числе у пациентов с артериальной гипертензией и, в общем-то, и с гипертонической болезнью, гипертрофической болезнью. Однако, что мы делаем сейчас? Мы делаем МРТ сердца. Мы смотрим, есть фиброз, нет. Если есть фиброз и МРТ с контрастированием, то да, мы не назначаем первый С-класс. Нету фиброза, но вот эта цифра 1,4 нужно исключать. Дело в том, что парадокс, что у меня приходят пациенты, у некоторых 1,2, а у них уже есть фиброз. У некоторых 1,6, нет фиброза. Вот это вот очень важное такое понимание. Еще раз хочу подчеркнуть, что первый С-класс, ну вот представитель как раз-таки пропофенон, который самый исследуемый из первого С-класса, не влияет на реполяризацию, а влияет на как раз-таки вопросы деполяризации. Еще интересный момент. Препарат тахизависимый. То есть, если у пациента пароксизмы с высокой частотой, да, там больше 100 в среднем, это однозначно первый С-класс пропофенон. С меньшей частотой, здесь уже, да, либо амиодарон, либо, значит, тот же прокаинамид, можно обсуждать. И вот не могу не сказать вопрос об этоблокирующем эффекте у пропофенона, что в корне отличает его от других антиритмиков первого С-класса. И, в общем-то, как раз-таки у коморбидного пациента это достаточно такая важная структура, особенно у пациентов, в том числе с ИБС без инфаркта, да, или у пациентов с гипертрофией, но без фиброза. Понимаете, в данном случае бета-блокатор ключевой. Поэтому мы должны, конечно, все взвешенно подходить и понимать, что вот эффективность и безопасность, они должны как-то взвешенно подходить, что этот препарат, да, будет эффективен, но да, он будет, в общем-то, безопасен. Поэтому на сегодняшний день мы имеем 5 антиаритмических препаратов для противорецидивной терапии. Да, мы восстановили ритм, но нужно как-то его бороться за него, удерживать этот ритм. Еще очень важные такие вещи скажу, как долго мы назначаем антиритмик противорецидивный. Как минимум год. То есть если у пациента за год нету пароксизма, мы стараемся его либо уменьшить, либо отменить. Если есть пароксизм, мы продолжаем. Но только за год вы можете разгрузить сердце, понимаете, и как-то вот потом у пациента могут и не повторяться эти приступы фибрилляции предсердия. 3 представителя первого С-класса – пропофенон, этацизин, алапенин. Чем они отличаются?
Как раз таки бета-блокирующим эффектом. Пропофенон бета-блокирующий, айтоцизин не имеет этого эффекта, а алапинин бета-адреностимулирующий эффект однозначно. Соталол, амиодарон – это третий класс, это в основном для пациентов с персистирующими формами. Бета-блокаторы веропамил – это препараты для стратегии чистоты контроля. Но еще раз я подчеркну, что всегда мы смотрим, какой перед нами пациент. Есть органика или нет органики. И, в общем-то, вот он, алгоритм последний наших рекомендаций. Это как раз-таки, опять же, разделение. Нет органики или есть. Нет органики – однозначно первый С-класс. Пропофенон, этоцизин, алапинин. Есть органика, мы уже не даем соталол, не даем первый С-класс. И здесь соталол при условии, что фракция выброса сохранена, либо амиодарон, если фракция выброса снижена. Почему вот такое разделение? Тоже хочу разъяснить, есть органическая патология или нет. Но я хочу все-таки акцентировать, что такое органическая патология. Это рубцы, это фиброзы, то есть перенесенный инфаркт, то есть выраженная гипертрофия с фиброзом, там всегда будет толще миокардофиброз, сниженная фракция меньше 40. Вот в таких случаях мы первый класс не даем. Почему? Потому что для первого класса проблема как раз-таки в проритмическом эффекте реентрии. Это вообще беда всего первого класса, и в том числе первого аневрокаинамида. А вот как раз-таки фиброз, вот как на данном слайде, он создает условия для реентрии. Реентрии прежде всего ЖТ. И, конечно же, это будет такой значимый проритмический эффект, поэтому пациент с инфарктом миокарда, с рубцовой тканью, я не назначу никогда первый класс. Это надо понимать. Потому что мы будем запускать реентеры желудочковой тахикардии. Поэтому исследования КАСТ-1, КАСТ-2, в общем-то, подтвердили, что высокий риск развития реентеры тахикардии у пациентов с фиброзной тканью. И не могу не сказать, как вести пациентов с ХСН и с ИБС. Последние рекомендации по сердечной недостаточности 2021 года Европейского общества кардиологов. Вот, и вот алгоритм пациентов ведения с фибрилляции предсердий, антикоагулянтная терапия, влияние на триггеры, лечение базовой терапии – это класс рекомендаций 1. Нестабильная гемодинамика кардиоверсия, электрическая кардиоверсия. Стабильная гемодинамика, обращаю ваше внимание, мы не выбираем стратегию восстановления ритма, выбираем стратегию чистоты контроля и занимаемся пульсурежением у пациентов с ХСН. Бета-блокаторы не помогают, добавляем дигоксин. Не помогают, добавляем амиодарон как стратегия чистоты контроля. Но не забудьте, пожалуйста, что дигоксин и амиодарон несочетаемые позиции, и мы дигоксин должны отменить. И амиодарон как ритм-контроль – это стратегия больше как 2Б, то есть больше нет, чем да. Это очень важное понимание у пациентов сердечной недостаточности. Другой вопрос, если вы не можете добиться чистоты контроля, то есть пульсурежения, тогда уже мы идем на какие-то восстановления ритма или даже на катетерные методы лечения. Но опять же, не могу не затронуть вопрос тактики ведения антиритмическими препаратами. Обратите внимание, амиодарон у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, в общем-то, не влияет на выживаемость наших пациентов. Он уменьшает симптомы. Не забывайте, пожалуйста, амиодарон, в общем-то, препарат, который мы даем у пациентов с ХСН, сниженной фракцией, обязательно с маленькими дозами бета-блокаторов, если мы занимаемся стратегией удержания синусового ритма. Бета-блокаторы ключевые, не забывайте, пожалуйста. Соталол у пациента сниженной фракции не назначается после исследования СВОРД. Оно полностью перечеркнуло использование, применение препарата соталола у больных с фракцией выброса. Поэтому я еще раз повторюсь, первый С-класс мы можем смело назначать, если у пациента не снижена фракция выброса меньше 40, не было инфаркта миокарда, нет выраженной гипертрофии, под которой скрывается фиброз. Во всех других случаях мы должны наоборот рассматривать препарат первого С-класса. Ну и последний такой момент, тоже не забываем, что хроническая болезнь почек – проблема, и в общем-то, в таких случаях вот амиодарон и пропофенон используются, а вот соталол все-таки в основном выводится с мочой, поэтому мы, в общем-то, должны это понимать, и амиодарон, пропофенон у больных, которые имеют хроническую болезнь почек 3 и выше, должны использовать только
эти препараты. Поэтому принципы терапии у этих больных, основное заболевание, ключевая позиция, мы выбираем эффективную стратегию, должны понять, что эта стратегия безопасна, и учитывать межлекарственное взаимодействие. Я вас благодарю за внимание и попробую сейчас ответить на ваши, если есть вопросы. Спасибо. Спасибо. Ну, пока что-то я вопросов не вижу. Друзья, давайте, мы же всегда вопросы задаем. Значит, у меня некоторый комментарий неожиданный. Дело в том, что мы обнаружили, что после ковида повышается кардиометаболический синдром. То есть вес люди набирают. Есть кто худеет, а есть кто набирает. Появляется диабет, которого не было, и очень плохо с гипертонией. Ну, во-первых, просто тяжелые гипертоники, которые до этого были совершенно нормальными обычными людьми, безумно высокие цифры давления, вот, плохо купируемые. И у меня вот такой вопрос тогда возникает. А вы не видели связи между фибрилляцией, между мерцательной аритмией, извините за выражение, и ковидом, постковидным синдромом? Потому что мы этим не занимались, специально не опрашивали. Но, может быть, вы это видите? Ну, связь большую видим. На самом деле, классический в последнее время рассказ пациента, анамнез пациента, это были редкие пароксизмы, а после ковида они просто сразу учащаются. Либо у пациента сделана даже абляция, опять рецидивы случаются. Вот, на самом деле связь очень большая. И ковид нам дал очень большой вклад сейчас еще в прогрессирование, учащение этих больных с пароксизмами фибрилляции предсердий. Мы стали их делать повторные абляции этим пациентам. Срабатывает устье легочных вен у кого-то. Но мы связываем, вот еще очень важно, во-первых, нарушается калий-магниевая система у них, во-вторых, то есть калий низкий после ковида, во-вторых, нарушается периферическая нервная система и срабатывает так называемый вагатонический тип фибрилляции предсердий. Я даже боялся вам такое слово произнести, так. Вот, поэтому такую связь мы видим, и поэтому ковид большой вкладчик в как раз-таки в прогрессирование вот, фибрилляции предсердий. Понятно. Ну, раз уж вы сами сказали, то я добавлю тогда, во-первых, что кроме ковида еще прививки это дают. И мы видим очень много поствакцинальных ковидоподобных синдромов тяжелых. Вот. А то, что мы, так сказать, отрабатываем, наш вопрос, который мы очень педалируем все время, что это повреждение именно нервных тканей, вот, которые регулируют, к сожалению, очень многие процессы в организме. Мы как-то про них забыли немножко. Вот. Мы выделяем даже кардиоваскулярную нервную систему как отдельную нервную систему, автономную, которая, собственно говоря, является водителем ритма сердца и водителем ритма давления. Потому что те же импульсы, они уходят по аорте и вызывают сокращение там и так далее. Вот. Поэтому такое поражение, ну, на мой взгляд, должно было отразиться. Видите, вы подтвердили, мы специально не занимались вопросом, но это, мне кажется, дорогого стоит, потому что, в общем-то, там есть тема лечения. Мы связываем повреждение нервных тканей с тромбоваскулитом и очень хорошо воздействуем антикоагулянтами. Если вы используете антикоагулянты для, так сказать, профилактики там, больших тромбоэмболий, то мы для влияния на микроциркуляцию. Хотя танцевали, конечно, от применения антикоагулянтов при фибрилляции для тромбоэмболии легочной артерии. Да. Вот. Но сейчас мы очень активно используем вне этих показаний, получаем очень хорошие результаты. Очень хорошие. А, кстати, интересно, а вы не видели на антикоагулянтах ухода фибрилляции? Нет, что? На антикоагулянтах ухода фибрилляции. Что лучше становилось? Неожиданно просто меня вдруг осенило. Нет, наверное, нет. Нет, да? Нет. Нет. Ну, ладно, ну. Хорошо, давайте я сейчас почитаю вопросы.
В каких случаях применяется два антиаритмика? Да, конечно, сейчас, видите, почему проблемно лечить больного с мерцательной аритмией? Потому что у нас в аритмологии всего существует три механизма. Эктопические нарушения автоматизма, реентри и триггерная активация. Вот есть пациенты, у которых все три механизма эти присутствуют. И определенный антиаритмический препарат влияет лишь на один какой-то механизм. Поэтому врачам приходится комбинировать антиаритмические терапии, то есть мы назначаем один. Чаще всего всегда комбинация – это как раз-таки первый С-класс с чем-то. Да? Там пропофенон мы усиливаем бета-блокаторами, например. Да? Там, в каких-то случаях алапенин усиливаем сатололом. Да? Амиодарон усиливаем бета-блокатором, опять же. Вот. В таких случаях, вот, когда уже мы видим, что один антиаритмик не работает, то приходится усиливать его вот какими-то антиаритмиками. Но я лишь хочу затронуть вопрос, что нельзя комбинировать. Да? Вот категорично нельзя комбинировать, в основном это связано с амиодароном. Это амиодарон и сатолол, амиодарон верапамил, амиодарон дигоксин. Вот это категорично такие нехорошие сочетания, которые больше принесут вреда, чем пользы. Ну а первый С-класс даже с амиодароном, вот мой уважаемый Бунин Юрий Андреевич вот исследовал даже, несколько у него исследований было посвящено, он вообще пропофенон с амиодароном даже, в каких-то случаях. Но это, конечно, больше такое, знаете, исключение, но допустимое. Вот, в каких-то случаях сочетают сатолол с бета-блокаторами. Это тоже такое 2Б показание, но допустимое. Ну, например, у пациентов с гипертиреозом. У кого гипертиреоз, пароксизмальная форма ФП, в таком случае... Так, зависание. Так что вот, что я хотел сказать. Отвисание. Хорошо. Так, при аритмии с ЧСС 36-41, что лучше назначать? Ну, если у вашего пациента брадикардия, конечно, вы ничего из антиритмиков не назначите, потому что, ну, тут надо понимать, что брадикардия сама создает условия и потребность в фибрилляции предсердий как защитная реакция. Здесь вы не назначите никакую терапию, здесь надо решать вопрос либо с абляцией. Кстати, сейчас есть, появилось показание к катетерному лечению абляции именно у пациентов с синдромом Тахи-Бради. Раньше мы ставили стимулятор и все, но у них все равно прогрессировало мерцание. А сейчас написано правильно, по возможности надо рассмотреть катетерное лечение, если вы не можете назначить антиаритмический препарат, вот как, например, брадикардия. Вот. Либо тогда имплантация кардиостимулятора. И тогда уже назначаем. Понятно. Можно ли использовать пропофенон при низком САТ и ДАТ во время пароксизма? Можно. Можно абсолютно. Он не скидывает давление. А здесь чаще всего как раз-таки тахисистолия снижает давление. И восстановив ритм, мы добьемся нормализации цифр гемодинамики, поэтому, в общем-то, мы используем его при сниженном давлении, в том числе, этот препарат. Но, понимаете, больной с снижением давления попадает уже под пациента под, с нестабильной гемодинамикой. И, конечно, здесь больше рассматриваться должна электрическая кардиоверсия. Потому что если снизилось давление, значит, идет, страдает гемодинамика. Но, в принципе, пропофенон не продолжит, не снизит. Мы не назначим бета-блокатор этому пациенту. Вот. Поэтому здесь в данном случае либо электрическая кардиоверсия в приоритете, но в каких-то случаях можно пропофенон. Ну, ведь давление-то восстанавливается с восстановлением. Да. Так что... Наверное, да. Можно попробовать все-таки лекарственно, тем более это дома может быть. Так, фиброз может возникнуть после ковида. Наличие фиброза может косвенно подтвердить повышенный фибриноген. Нет, насчет повышенного фибриноген сразу отвечаю, это не имеет никакого отношения одно к другому. А фиброз, ну, конечно, может после ковида. Мы же знаем про миокардиты постковидные, да, чтем да. Сейчас. Да. Сейчас МРТ делают, даже считают процент фиброза. Конечно, это такой очень непростой метод с помощью МРТ посчитать фиброз. В основном это считается при электрофизиологии, при картировании можно посчитать более точно.
Вот. Ну, такая тема фиброза предсердия обсуждается, конечно. Ну, у нас выступал представитель МГУ, клиники, рассказывала про МРТ и что они там вытворяют с помощью МРТ, потому что так вообще-то миокардит вроде почти не видно. А когда вы назначаете такую изощренную процедуру, как МРТ с контрастированием, там вылезает очень много всего интересного. Ну вот. Может быть, это гипердиагностика, конечно, я всегда с некоторым недоверием отношусь. Но, с другой стороны, действительно, миокардиты описаны, поэтому. Так, подскажите, пожалуйста, что по поводу отмены антикоагулянтов и через год отсутствует пароксизма? Ох. Отменять или не отменять? Так, опять зависание. Это у меня, извините, связь пропала. Да. У меня тут что-то. Еще раз, да. Что да. По поводу отмены антикоагулянтов, если через год нет пароксизмов? Нет, это неправильно. Если у пациента мы смотрим только на баллы по шкале ЧАЗ-ДВАСК, если показания есть, независимо, что год прошел, мы все равно должны продолжить антикоагулянтные препараты, невзирая, что год не было. Это неправильно. Пациент может переходить в бессимптомные, вот, чего хуже всего, опаснее всего, в малосимптомные. Поэтому мы ориентируемся прежде всего на баллы по шкале ЧАЗ-ДВАСК. Ну, в общем, антикоагулянты при фибрилляции, они же рассчитаны на то, что в случае ежели, то у человека снижается риск тромбоэмболии. Да? Поэтому да. Ну, года нет, и что, будет через год и один день. Но не будет антикоагулянта, нелогично совершенно. Уж раз мы идем на эту терапию, и раз мы понимаем, что это снижает частоту инсультов, ну, значит, надо этим пользоваться. Так, учитывается количество и продолжительность пауз по холтеру для постановки электрокардиостимулятора при брадиформе мерцательной аритмии. Ну, здесь я хочу прокомментировать этот вопрос. Просто раньше было как? 3 секунды на мерцательной аритмии, надо думать о кардиостимуляторе. Потом эти 3 секунды ушли, стали 5 секунд, потом 6 секунд. В последних рекомендациях написали следующее, что если эта пауза симптомная, то только тогда мы ставим кардиостимулятор. Если эта пауза бессимптомная, вот никак не чувствует, но вы увидели там 6 секунд, то это показание 2Б, то есть в зависимости, как, во сколько она происходит, в какое время суток. Но здесь либо надо скорректировать терапию пульсоуряжающей, либо не забывать, что у пациента, возможно, синдром ночного апноэ, который очень часто дает паузы на фибрилляции предсердия, усугубляет это. Поэтому здесь вот только так я отвечу. Так, запись вебинара будет. Хороший бета-блокатор атенолол, кроме снижения АД, происходит подавление синуса тахикардии, урежает часы, замедляет АВ проводимость, снижает сократимость, снижает потребность миокарда в кислороде, уменьшает возбудимость. Но это не вопрос, это констатация. Я думаю, что мы проедем мимо, потому что никто не отрицает того, что это хороший препарат. Так, какой препарат предпочтителен при тиреотоксикозе? Ну, как я уже сказал, если мы говорим о тиреотоксикозе и фибрилляции предсердий, она, естественно, агрессивно себя ведет, и для пульсоуряжения мы назначаем сатолол и усиливаем этот сатолол атенололом, именно менее селективным бета-блокатором. Вот в этом случае гипертиреоз и ФП, вот это вот сочетание сатолола и бета-блокатора, я уже об этом говорил. Вот, либо вот или какой-то из этих препаратов. Первый С-класс мы уже при гипертиреозе не используем. Но там другой тип аритмии, там другой механизм аритмии. Там уже катехоламиновый тип. Да, значит, у нас есть донецкие представители. Скорая помощь для купирования пароксизма мерцательной аритмии применяет панангин внутривенно в Донецке. Ну и у нас раньше применяли также и поляризующую смесь, между прочим, никто не отменял. Ну, я думаю, что вы дорастете. Просто по моим данным, я же смотрел, что творится с медициной в Донецке, вы отстаете лет примерно там на 10-15. Просто надо с этим смириться и стараться быстро преодолеть этот разрыв. Но у вас нет половины препаратов, которые мы обсуждаем и используем. Сейчас они появляются, сейчас вы стали нашей страной. Значит, вы можете все это использовать. И ради этого, собственно, мы и проводим это обучение, чтобы вы могли
использовать это, распространять знания. Не знаю, меня слышно, потому что у меня картинка тоже подвисла. Слышно, да? Слышно, слышно, да. Так, конечно, не по теме, но вы сами озвучили сахарный диабет после ковида, побочные действия аскорбиновой кислоты. Ну, я не готов к таким точным решениям. Может быть, аскорбиновой кислоты, ну, не все же пили аскорбиновую кислоту. Вот, поэтому, так, ваше отношение к салодексиду в отношении профилактики тромбоза. Это, я не знаю, это ко мне вопрос, наверное. Наверное, мне проще ответить, поскольку он не проверялся, насколько я помню, для профилактики тромбоэмболических осложнений при фибрилляции предсердий. В принципе, он тромбоз, ну, в общем, как-то профилактирует, но мы говорим про венозные тромбозы, да, там он как-то работает. Вот. Но говорить о том, что мы сейчас заменим на салодексид прямые оральные антикоагулянты, я бы, мягко говоря, ну, при фибрилляции 100% этого делать не надо. Вот. Так, еще вопросы? Ну, хорошо, тогда, если вопросов нет, мы должны поблагодарить докладчика за очень Спасибо. Четкий, интересный доклад. Много вопросов всегда показатель того, что люди интересуются. Еще раз повторяю, записи у нас есть. А вот кто-то вдруг вспомнил, возможно, сочетание беспролола, веропамила без АКС для пульс-контроля. Ну, в российских рекомендациях это сочетание написано. Если не помогает бета-блокатор, можно к нему добавить веропамил. Но это такое, знаете, больше, наверное, опять же, исключение. Но в каких-то ситуациях это допустимо. Да. Хорошо. Ну, я думаю, что мы не исчерпали тему фибрилляции. Эта тема останется. Мы сейчас еще будем... Эрлих у нас скоро будет выступать. Алексей, вы, наверное, знаете такого известного доктора наук тоже. Вот. Поэтому мы будем продолжать вас слушать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.